В этом году исполняется 78 лет, как гитлеровские каратели уничтожили белорусскую деревню Хатынь. 22 марта 1943 года они сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей, 149 человек, в том числе 75 детей. Созданный на месте Хатыни мемориальный комплекс стал мировым символом бесчисленных жертв, страданий и мужества белорусского народа в Великой Отечественной войне. Судьбу Хатыни разделили сотни других белорусских деревень. Митинг «Реквием», посвященный жертвам, сожженным в годы Великой Отечественной войны, состоялся 20 марта в деревне Дубновичи Пинского района. В памятном мероприятии приняли участие узники фашизма, местные жители, представители исполнительной власти, депутатского корпуса, общественных организаций, политических партий, духовенства. Участники митинга установили к памятному знаку 35 зажженных лампадок по числу деревень, уничтоженных гитлеровцами и их пособниками в Пинском районе в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году южную и центральную часть деревни Дубновичи фашисты сожгли дотла. Деревня, в которой до войны проживало более 900 человек, превратилась в черную безжизненную пустыню.